AliPrice.com. Ваш экономичный помощник для AliExpress. Всем привет! Вы на канале «Всяко разное с Китая». Я вас приветствую. Рад вас снова видеть на своем канале. Сегодня у нас распаковка очередной посылки, которая пришла с AliExpress. Давайте смотреть. Здесь у нас одна белая коробка и вторая белая коробка. Если вы постоянный мой подписчик и зритель, то вы знаете, что я недавно построил дом, переехал в него. И вот сейчас я в новом доме занимаюсь тем, чем занимаюсь. И новый дом есть новый дом. Это, как говорится, постоянный ремонт. В общем-то, я еще не закончил внутреннюю отделку, и поэтому мне очень, прям очень необходим будет этот инструмент. Давайте посмотрим, что нам положили в комплекте. Продавец положил еще в подарок, вижу, вот такой брелок. Написано «Friend-friend», друзья, в общем-то. Вот такой брелок на ключи, спасибо продавцу. В общем-то, ребята, это лазерный уровень. Все, что в желтом цвете, это пластик. Все, что черное, ну, кроме вот этой верхушки, все сделано из резины. Нижняя часть выглядит вот таким образом. Питается это устройство у нас от 4 пальчиковых батареек. Есть крепеж на штатив, то есть можно его прикрутить на штативе, выставить где-то, да, в комнате в середине. И включение, выключение и кнопка блокировки. Ну что ж, батарейки я установил. Давайте включаем кнопку включения. Ага, сигнализирует. Но это чуть попозже. В общем-то, смотрите, как это все работает. Видите красную полосу? То есть, вот смотрите, покачаю сейчас уровень. Видите? То есть уровень не зависит, на чем он стоит, как он стоит, он все равно будет показывать ровно горизонт. А если вы слышали, да, звуковой сигнал, если наклон будет слишком сильный, вот смотрите, прибор издает вот такой звук, что наклон предельный и, ну, в общем-то, не будет работать лазер. После возвращения в положение обычное его, да, просто на столе вот он стоит, все, сигнал пропадает и все отлично. Сейчас у нас отбивает горизонт точно по уровню на 4 стороны. То есть вот я вам покажу. С этой стороны отбивает, с этой стороны отбивает. И, ну, с этой, я не знаю, вот так вам покажу. То есть, видите, с этой стороны тоже бьет. То есть, если поставить в комнату, он вам отобьет все 4 стены в одном уровне, в одной плоскости. Это очень круто. Очень удобно, если вы даже, к примеру, клеите обои. Не надо ничего отмерять, не надо ничего замерять. Вот включили, поставили, все отлично. Также он может еще отбивать в вертикаль. Для этого есть кнопка на приборе, нажимаем на нее и вуаля. Просто сделали отметку на стене по этому лазеру, и по этой отметке уже можно клеить обои. И у вас будет ровно стык в стык все по горизонту. Но если вам одновременно нужен горизонт и вертикаль, нажимаем повторно на кнопку и вуаля, ребят, пожалуйста. Отбивает вертикаль и горизонталь. Вообще супер. Также на переключателе off-on есть замок. Нарисован вот такой замок. Сейчас лазер зафиксирован. Зафиксирован в определенном положении. То есть он выровнялся. Давайте еще раз посмотрим. Выключаем. И включаем в положение замочка. И, пожалуйста, можно наклонять. Можно вращать. Как вам угодно. Вы слышали, если включаете в положение on, при наклоне срабатывает такой сигнализатор, что уровень не в уровне. Если ставите, все, он включается мгновенно, выключается сигнализация, показывает четкий уровень. Чуть будет искажение, будет сигнал. Это тоже очень удобно. Но если вам нужна просто ровная линия, да, в какой-то, если вы, к примеру, что-то творите, какую-то делаете интересную фигуру, то можете зафиксировать вот таким образом лазер и выставить любую линию, какую вам надо. Далее идет вторая коробка. Давайте ее вскроем, посмотрим, что в ней. Ну, во второй коробке находилось вот такое устройство интересное. Прибор имеет две кнопки. Это включение-выключение, и отключение и включение звукового сигнала. Кстати, для этого устройства также есть вот такой крепеж. Сейчас я вам покажу, как это все работает, по идее. Вот так накручивается. Вот, крепеж накручивается. И здесь раздвижная вот такая струбцина. И смотрите, как это работает. В общем-то, вы видите, что лазер не видно, практически не видно, но устройство его улавливает. И видите, горит верхняя лампочка с указателем вниз. То есть показывает, что нужно немножко опустить лазер, чтобы именно было четко. Вот, вот немножечко опускаем, загорается зеленая лампочка. То есть с помощью этого прибора более точно можно настроить. Кстати, есть вот такие отметки, если вы, к примеру, приложите, да, к какому-то объекту, к стене, можно с помощью вот этих меток
нарисовать, к примеру, какую-то метку, и у вас будет ровно уровень. Также устройство принимает не только на лицевую панель, есть приемник сбоку и сзади. С правой стороны нету. То есть с трех сторон есть вот такие вот приемники. Очень удобная вещь. Удобна она тем, что если вы, к примеру, делаете в большой комнате, да, и пытаетесь там на одной стене выставить точку, а сами находитесь на другой стороне, для того, чтобы вам не бегать там туда-сюда, отмерять, просто взяли это устройство, поймали луч лазера и все, отметили, где вам надо. Где можно приобрести такое оборудование, ссылку оставлю под видео. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, конечно, лайки ставьте и до новых встреч. Пока-пока.